Друзья, добрый день! Рад приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что вы его смотрите. Сейчас специально для вас приехал в Таиланд, в Паттайя. Отель, который мы будем смотреть, Цитрус. Отель Паттайя. Находится он на второй или на третьей береговой линии. Собственного пляжа у него нет, он городской. Сейчас я вам его покажу. Пойдемте со мной. Один бассейн, два бассейна. Там вижу кисклав, пойду скажу. Ну и город. Дороги вокруг, шум. Там. Игровая комната. Ну, что, в принципе, неплохо. Закрыто все, можно деткам здесь поиграть. Премьер-рум. Да, ванная комната. Покрытие. Ламинат, большая кровать, плазменный телевизор, кофемашина, холодильник. Тут у нас есть, судя по всему, сейф. Также два халата, подушки, тапочки. Одно окно маленькое, а второе окно выходит на балкон. Опа! На дорогу и на гору. Видимо, там вот как раз-таки статуя Будды находится. Вот здесь вот она. Балкон маленький, два стула. Слышите, как шумно, да? Дорога. Все понятно. Это бутик-отель 5 звезд. При въезде вам дают бесплатно шампанское, вино, пиво. Одну бутылочку, ну или один бокал на выбор, как в Турции прямо. Помните, видите, все, что необходимо есть. Есть душ тропический, большая душевая такая. Опа. Ванны нету, но зато есть окно. Ой. Да, здесь у нас дождик. Здесь у нас джакузи, хорошие такие сильные струи бьют. Здесь у нас еще одна зона бассейна, спокойная. И тут еще один бассейн. Длинный, хороший бассейн. То же самое, мне кажется, что как и отдельные кровати. Также вижу, что здесь есть коннекшн. И здесь нету балкона, есть только окно. Кофемашина, плазменный телевизор большой, чайный уголок, холодильник. А окно у нас выходит на дорогу тоже. И на соседний отель, видите, да? И окно маленькое. И вот у нас, видите, зонтики, халаты, тапочки. Здесь у нас сейф. Подушка одна дополнительная. Так, идем смотреть, где у них проходит брекфаст. Завтрак, где они. Красиво все. Стильно, прикольно. Очень приятно. Все очень так, потому что зря это пути к отелю. Тип номер свит. Это у нас первая комната. Большая. Ванный телевизор, чайный уголок, кофемашина.
тут мы идем дальше во вторую комнату. Она тут закрывается дверью. Здесь одна большая кровать. У нее собственный балкон, покрытие здесь ламинат везде. Плазменный телевизор тоже. Свой мини-бар. Так, смотрим, что у нас в ванной комнате. В ванной комнате душевая кабина, панорамное окно, как обычно, в спальне. Душ большой, тропический, смотрите, какой есть. Пожалуйста, вид в спальню. Пульт управления, судя по всему, это, как мы уже наблюдали в одном отеле. Чик. И, пожалуйста, кондишку, светом играться и так далее. Балкон. Так, найди открывашку. Вот наш балкон. Здесь уже мы видим, есть вид на море. Вон там вот море находится. Балкон средних размеров, вытянутый. И возвращаемся в первую комнату, комнату отдыха. Здесь кожаное кресло, у них тоже есть свой балкон, тоже пульт управления. Что у нас тут? Кофе, машина, кофе, чай, вода. Вода, как правило, комплиментом идет. Еще один балкон, он выходит на эту же сторону, тоже с прямым видом на море и на дорогу. Балкон такого же размера, как и предыдущий. Здесь у них тоже есть своя отдельная ванная комната. Здесь только туалет, и больше ничего, и свечки. Это третий тип корпуса. Номер 3. Здесь family room. Пиц 8.02, 5.7. This one family room, right? Покрытие. Здесь ламинат. Здесь две кровати. Здесь тоже две. Одна двухспальная большая. Вид из окна на территорию и на дорогу. Балкона здесь нету. И что у нас тут? Шкафу. Халат. Тапочки, подушка. В ванной комнате. Косметика, душ тропический. Вот у нас большой. Пульт управления здесь есть в виде планшета. Свет, кондиционер, все, что вам надо. И здесь тоже нету балкона. Нет балкона. Кофемашина, чайник. Бар. Тут же у нас фен. И еще одна ванная комната. Здесь тоже тропический душ большой. Душевая кабина находится. Такой большой. И все. 38.03. Это такой же тип номера, только премиум. Здесь две кровати. Видите? И здесь есть балкон, но он выходит на соседний отель. Поэтому насколько это такой боковой вид у вас будет на море. На стенке соседний на ваш отель. И балкон вытянутый. Покрытие, ламинат, чайный уголок, кофемашина, большой плазменный телевизор, пульт управления всем этим, холодильник. Тут у нас все стандартно. Сейф, халат, зонтик, тапочки, подушка. Видите, да? В ванной комнате у нас душ тропический. И вот он пляж через дорогу. Полоса здесь широкая. Здесь как раз-таки происходит поворот с терминала 21. Здесь есть светофор. Нажимаете кнопочку, переходите дорогу. И вот вы на пляже.
шезлонги, 100 бат, как обычно, лодочки до острова. Как правило, 300 бат такая лодка стоит. Зона для купания. Я не очень люблю Паттайю, потому что мне не нравится здесь вода, она грязная. У них каждую среду происходит сброс канализации в море на 3 километра, правда, они трубу вывели. Но сами понимаете, какая здесь вода, когда громадный город всю канализацию скидывает в океан. В море, извините. И вот, пожалуйста, так здесь песок, вода, все красиво, все хорошо, все нравится. Вот наши отели, которые мы с вами смотрели под Holiday Inn. И за ним еще один. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.